23 августа в Парке Победы состоялось торжественное возложение венков и цветов к вечному огню в честь 75-летия Победы Советской Армии в битве на Курской дуге. У вечного огня собрались ветераны Великой Отечественной войны, представители региональной власти. Сегодня в Омской области проживает 40 участников Курской битвы. Спасибо нашим ветеранам за то, что сражались, не жалея своей жизни, выстояли и победили. А сегодня продолжают служение Отечеству, передавая богатый жизненный опыт молодежи. Мы ими гордимся, берем с них пример во всем. У мемориала несли вахту памяти лучшие курсанты омских вузов. Почтить память павших бойцов также пришли представители молодежных объединений, областного школьного трудового отряда, российского движения школьников, юнармии, молодой гвардии, движения «Волонтеры Победы». Ты стоишь и понимаешь, сколько людей погибло там, сколько подвигов там, маленьких-маленьких подвигов, которых мы даже не знаем, совершилось во имя Победы. И на самом деле очень сложно осознавать, смог ли бы ты, например, так же сделать в такой ситуации. Ну и в первую очередь это чувство благодарности, чувство гордости за наш народ. Я думала о той битве, как страшно им было, как это все, через какую боль они прошли. В числе пришедших почтить память героев Курской битвы были и простые омичи. Многие пришли с детьми. В моей семье тема войны, она очень дорогая и важная. Поэтому не прийти сюда я не могла. И очень трогательно видеть не только ветеранов здесь, не только молодежь, но и детей. Что? Такое не повторялось больше, потому что некоторые люди могут просто забыть про это. Не дай бог случится похожая ситуация. А как убираться потом, а никто не помнит. То есть, чтобы такого не повторялось.